35-летний местный житель задержан за незаконное хранение боеприпасов. Подозреваемый установлен сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Сенежская. В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины 50 патронов. Экспертиза показала, что они относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы калибром 5,6 мм. В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Юлия Унрау, Илья Тимофеев, «Наше время».